На обновленном корте в районе школы номер 10 осталось нанести разметку, а установленными рядом уличными тренажерами уже можно смело пользоваться, что и делают дети и взрослые, причем активно. Физические нагрузки на свежем воздухе – это вдвойне полезно. Закончилось благоустройство спортивной площадки на территории школы номер 10. Было установлено 7 тренажеров, новые баскетбольные кольца, ворота. Это только первый этап благоустройства. Корт открыл возможность играть в футбол, баскетбол и волейбол. На площадке рядом появились эллиптический тренажер, верхняя и гребная тяга, велотренажер, степпер и другие. Они отлично подходят для общего физического развития. Также спортивные приспособления предназначены для проведения разминки, например, перед командными играми. Оборудованная спортплощадка доступна каждому, не только учащимся. Имеется отдельный вход. Через территорию школы никто не будет ходить, все будут заходить с территории улицы. И эта площадка будет на данный момент открыта для всех жителей района, не только района, но и города. Сейчас площадка с тренажерами открыта с утра и до 9 часов вечера. Начиная с сентября на ней будут проходить уроки физкультуры для школьников. Поэтому для свободного посещения площадка будет работать уже с 5 часов вечера. В перспективе спортивную площадку дополнит детский игровой комплекс. Его установка запланирована в августе. 3 игровые зоны будут. Идею превратить место в общедоступное и оборудовать необходимым для досуга детей разных возрастов предложили родители. Свой проект по установке детского городка они выдвинули на конкурс и получили грант на реализацию. Светлана Шеметова, Анастасия Петрушенко, Сергей Мигунов, ВКС ТВ.